Доброе утро, ранёхонько! Мы продолжаем держать вас в курсе событий. Идет четвертый день фестиваля «Золотой шлягер». И через пару минут на эту сцену выйдет Александр Иванов и группа «Ронда». А у нас есть пару минут, чтобы пообщаться с любимыми артистами за кулисами. На пресс-конференции Александр Иванов посетовал, что за работой на фестивале на прогулку по Могилеву времени совсем не остается. Замечательный город, очень светлые люди. Но все, что касаемо знакомства с городом, вы знаете, мы чужие на этом празднике жизни. У нас все из окна автомобиля или из иллюминатора, там, взлетающего или садящегося самолета. В числе современных артистов, способных создавать шлягеры будущего, Александр видит наших земляков – группу «Айова». Вот, мне очень нравится «Айова». Катя Иванчикова, я считаю, просто одной из самых сейчас популярных и очень-очень где-то дерзких. Я и сказал, что со времен там Гузарова и Земфиры вот как-то мало было, на кого можно было обратить внимание, она очень талантливая. Артист признался, что верит в энергетику вещей. На каждый случай у него свои талисманы. Есть вещь, которая там тебе напоминает о каком-то времени, в котором все получалось. Поэтому думаешь, одену сегодня вот эту маечку, потому что в Беларуси в этой майке потрясающие концерты прошли. А лучший зритель для Александра – это зритель не случайный. Хуже нет, когда приходят люди, которых там нагнали на каком-нибудь корпоративе, а им вообще не интересно то, что ты делаешь, у них совершенно другие предпочтения. Поэтому, конечно, очень приятно, когда ты видишь в зале людей, которые точно знают, на кого они пришли, знают твое творчество, им нравится это, и они сразу включаются в концерт. Специально для «Ранёхонька» Александр Иванов оставил автограф с пожеланиями солнца, счастья и любви. Ничего, все нормально. Какие эмоции? Самые лучшие – могилевские. Солнечные, позитивные, профессиональные. И самое главное, чтобы все были счастливы сегодня. Доброе утро, вот. Могилев! Да. Вот такие, как она, эмоции. Спасибо вам! Александра Иванова – это просто взрыв эмоций. Александр Иванов, мы будем помнить тебя.